В греческой Немее на северо-востоке Пелопоннеса в шестой раз прошли возрожденные спортивные соревнования, одни из самых известных в древности. Они входили в панеллинские игры и проводились за год или через год после Олимпийских. С 96 года немейские игры вновь проходят на земле Эллады и собирают более 1500 участников из 26 стран. Это произошло благодаря инициативе Общества по возрождению немейских игр. Профессор Стефан Мюллер из США – один из его основателей. Когда люди входят в прямой контакт с античностью, прикасаются босыми ногами к древней земле, они больше узнают о самих себе и об истории. Местные жители помогают нам, сотни добровольцев принимают участие. Это их игры тоже. Короткие забеги немейских игр прошли на дорожке стадиона, которому 2300 лет. На следующем этапе участники бежали 7,5 километров по тропинкам через виноградники и оливковые рощи. Дистанции, подобно древним грекам, они преодолевали босиком и в белых хитонах.